Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Упрямство и завышенная самооценка мешает обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Для человека с буквой «О» в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Несмотря на то, что в глубине души они не смелы и не уверены в себе, они умеют скрыть это под маской мнимой отваги и решительности. Однако они много внимания уделяют мелочам, а в ситуациях, требующих решительных и быстрых действий, оказываются под властью необоснованных страхов и сомнений. Предпочтение часто дают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Они всегда стремятся действовать. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Звук «Н» в имени этого человека считается знаком протеста. Больше всего эти люди мечтают о спокойной и удобной жизни в окружении семьи и друзей. Кроме того, они хотят оставить о себе хорошую память, как о людях, которые стремились принести счастье другим. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. У носителей этого имени сильно развито чувство долга. Они испытывают наслаждение, когда доставляют положительные эмоции другим людям. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.